Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube. И мы сейчас со Снежаной в машине по дороге на мероприятие. Я в целом решила сегодня и в течение недели заснять для вас такой небольшой влог о моих буднях. У нас в Украине сейчас проходит неделя моды, параллельно у меня очень много проектов, в которых я участвую. И я думаю, что потенциально будет интересно просто посмотреть на то, как выглядит изнутри мой график будничный, загруженный, из чего он состоит. Я постараюсь поделиться с вами самыми интересными частями всего этого действа. Сейчас едем на презентацию коллекции H&M Studio 2019 года. Это осенне-зимняя коллекция. Я на самом деле в восторге уже от нее, потому что я посмотрела ее онлайн. Мне нравится, ну, наверное, 80% самой коллекции. А сейчас на презентации самой. Сегодня у нас какое число? Третье, да. Сегодня 3-е число. Официальная коллекция в Украине и по миру запускается 5-го числа. У нас такая есть возможность предпросмотра ее. И для меня очень важно потрогать материалы, почувствовать качество материалов, потому что не хочется на прохладную погоду брать, например, 100% полиэстер, потому что он греть не очень будет. Хочется посмотреть в целом на состояние вещей, на модели. Некоторые я уже для себя присмотрела. Но это одна из моих любимых коллекций H&M Studio за все время существования бренда, что о многом лично для меня говорит. Очень много такого вдохновения Boho и так далее и тому подобное. Так что сейчас поедем, возьму вас с собой, постараюсь максимум показать, ну и в том числе в течение недели. Окончено. Я не знаю, успели вы или смогли вообще что-то услышать из того, что я говорила, потому что музыка была очень громкая. Коллекция замечательная. Я на самом деле поставила себе будильник и поеду ее приобретать. Мне очень понравились объемы, силуэты, мне понравилось исполнение модели. Так что с моей стороны полнейшее абсолютно одобрение. А мы сейчас уже приехали в торговый центр Ocean Plaza, в котором будем снимать для вас на канал Shopping Vlog. Так что если на канале он еще не вышел, в ближайшее время обязательно выйдет. Мы побежали. Друзья, новый день, новое приключение. Мы только что снимали в офисе, доснимали ролики для вас, с командой пообщались. И сейчас уже прямиком едем на мероприятие. Это такой бранч дневной от замечательного бренда Bulgari, которых я очень люблю. У них очень крутая команда. Их бутик располагается в Киеве в торговом центре Мандарин. Вот, сейчас едем, немного опаздываем из-за того, что в Киеве пробки-пробочки. И будний день, что-то вот такое сегодня происходит. Так что я очень надеюсь, что мы попадем на мероприятие. И я вас, естественно, с собой беру. Я, кстати,
то вообще в восторге от того. Оно в результате стало вообще моим одним из любимых колец. Оно такое универсальное. Ну да, большое, 100%. Да? Доброе-предоброе утро. Сняла, значит, нашла точку возле мусорного ведра. Мы со Снежей пришли на мероприятие бренда Guerlain, который, вы знаете, я очень люблю. Я 100% вам покажу в своей неделе не только мероприятие, потому что пока что есть ощущение, что я только по мероприятию выхожу. У нас сегодня еще съемка, у нас сегодня еще одно мероприятие. Так что, в общем, мы пришли. Я накрашена своей любимой помадой Dior 999 оттенок, потому что я знаю, что многие будут спрашивать. Это мой любимый красный оттенок. Это стойкая, матовая, но не высушивающая губы помада. Мы находимся прямо у входа на мероприятие. Мы приехали чуть-чуть пораньше, точнее, скажу так, мы приехали вовремя. Но, учитывая, что всегда мероприятие рассчитано на людей, которые чуть опаздывают, мы вот как раз приехали для того, чтобы застать, я могу гарантировать, практически пустой зал. Сейчас проверим. Идемте. Идем? Да. Тыч. Боже, я так обожаю водичку. Водичка с лягурчиком. С лягурчиком. Водичка с лягурчиком. Это когда лимон и огурчик вместе. Кстати, лягурчик, это да. Нужно запомнить. Добрый вечер. Готово. И доброе утро, и... Я так кажу, що люди роблять в бібліотеці. 3 часа ночі я спрашиваю, как ее пройти. Основатели здесь тоже присутствуют. И незримо. А потом вас будет возможность, этот подиум можно будет подняться. У нас есть лучший портретист Киева Сергея. Как бы вы ни говорили, на каком языке даже не говорили. Флакон, которому, в общем-то, уже больше 100 лет, да, 1908 год. И вы сами выбираете, то есть, подходя дома к своему туалетному столику, не знаю, к шкафу, все зависит от ваших аппетитов парфюмерных, да, вы берете в руки флакон, вы вспоминаете, что это ему больше 100 лет. И жалко. Свет парижский. So when I think about Paris and being a lady, I think that there's a lot to the culture, the country, the city that really loves women. Now when I wear my Guerlain perfume, this is what my children will one day smell when we're away from each other, and they will associate us with mom. So it's important. На мебель, ну, уже 20-30-х годов. Ну вот да, я уважаю Мицуко, вот лично Чарли Чаплина напомню, из Булгакова мы описывали в «Мастере Маргарите» Мицуко, но не хочу. Это уже носит Анжелина, но вот не хочу, вот хочу свое. С вами встречается, это можно сравнить и как психоаналитик, и как художник, который пишет ваши, в данном случае, альфакторные, понятия. На столе, насыщенный и такой долго играющий. Да. Он однозначно на более прохладный. Да, видишь, да, что-то коричневое, все осень. Да, вот видишь, типа пледик. Прохладнее, но наверное, сам аромат теплый, потому что такой. Да, теплый, как бы немного, может быть, даже сладковатый за счет специй. Все, мы решили Четвертый, да? Да. Значит, вы, например, подобрали, я так думаю, да, какой образ. Да. Аромат будет, например, мне кажется, густым, да? Густым. Потому что она любит. Вот. Попробуйте посмотреть. Или версию Антанс. Ну, вот она здесь. Угу. Это версия туалетной воды. Здесь больше легкости, свежести. Может быть, парфюмированная вода, где много ванили тоже есть. А мне кажется, вот это. Понюхайте. Да? Вот тогда это вы себе отметьте. Вот это вот понюхайте тоже. Да. Мне кажется, вот она это? Такая насыщенная. Только наоборот. Вот это... А, нет, правильно. Да. А ну да. Тоже хороший вот этот. Девочки, вот эти три. Эти два очень. Слишком легкие, да, крайние? Да, вот попробуйте. Да. Будем сладкие. Они всегда свежие. Это позиция и... Именно Guerlain является основой этой традиции.
Так, обещала не только презентации вам показывать. Вот вам реальная жизнь. Значит, офис превратился в съемочную студию. Девочки приехали после встречи с юристами, привезли мне договоры на подписание. Снежанки! Богдан, мы опоздали, между прочим, со Снежанами сейчас опоздали где-то на час точно на нашу съемку. По-моему, на час точно. Из-за того, что, во-первых, нас кинул водитель, который подъехал не туда, отказывался брать трубку, отказывался куда-то приезжать, мы даже не могли его найти. В общем, это было очень интересно. Вот это реальная жизнь. Она у нас такая. Зато сегодня хорошая погода. На улице прекрасно. Обратите внимание. Речь сейчас вам покажу. И мы сейчас начнем снимать видео с Богданом. Сегодня у нас еще будет презентация, на которую я очень надеюсь попаду. Но у меня обычно проблема в том, что презентации, которые вечерние, супер вечерние, в 7-8 начинаются, я до них уже не доживаю, потому что мне действительно тяжело. В течение дня очень много активности происходит. Так что будем надеяться, что силы у меня на презентацию еще останутся, и я и вам обязательно покажу. А мы сейчас будем снимать. Вот, кстати, новый аромат, который нам подарили от Guerlain. Я еще его не распечатывала. Это совершенно новый, вышедший сейчас. Его лицом, естественно, продолжает быть абсолютно очаровательная, красивейшая Анджелина Джоли. Вот такие дела. А, кстати, покажу вам. На сегодняшний вечер у нас очень интересное приглашение есть. Оно в виде такой ламинированной косыночки пришло. Это приглашение на презентацию коллаборации ювелирного бренда «Сова» и украинского моего одного из любимых брендов «Литковская». Это их коллекция ювелирная, новая. Я уже видела превью небольшое в сети, но сейчас вечером, я надеюсь, если выживу, то обязательно покажу вам более детальные. В общем, с работы на другую работу мы сейчас едем в том же составе предыдущем. Мы сейчас пообедали замечательно. Мой второй прием пищи за день. Очень вкусно в заведении Адельки, это израильская кухня. Сделали небольшую передышечку. Я заходила в один бренд просмотреть вещи, заодно себе приобрела топ. И сейчас подъезжаем к презентации коллаборации «Сова» и украинского бренда «Литковская». Это ювелирная коллекция в этой коллаборации, так что посмотрим, как это все выглядит, вам тоже покажу. Ну что, мы пришли на мероприятие, которое, видно, позади меня, это «Сова» и «Литковская» коллаборация. Мы немножко опоздали, но мы в полном составе, со всеми руками и ногами, приехали сюда. Тут уже максимальная активность на самом мероприятии. Это коллаборация украинского бренда «Литковская», который, вы знаете, я очень люблю, и украинского ювелирного бренда «Сова», который я тоже очень люблю. Они сделали вместе очень классную коллекцию фотографий, которые я видела. А теперь посмотрим, как это выглядит вживую, подробно, конечно. Идем со мной. Здравствуйте! Вечер добрый. Официально уже презентовать нашу коллекцию. Спасибо вам огромное, что вы разделяете с нами это событие. Я на самом деле взяла слово сейчас ровно для того, чтобы сказать, что Лиля, как вы могли заметить, сегодня не здесь, но этому есть веская причина, потому что, как многие из вас знают, в команде Литковская недавно произошло пополнение. Богдан, человек-телевизор. Богдан сейчас устанавливает монитор, мы будем снимать очередное видео. Я приехала в офис. Вчера на презентации было, кстати, замечательно, очень интересная коллекция. Надеюсь, вы тоже впечатлились, вам понравилось, может, вы что-то для себя присмотрели. Сегодня, наверное, последний день, которым я буду завершать наш влог. Сегодня он чуть более расслабленный, но все-таки у нас есть некоторые моменты, которые нужно сделать, нужно поснимать. У нас будет тим-митинг, это командное совещание, мы раз в неделю по пятницам его проводим, для того, чтобы все вместе зачекиниться, понять, кто где находится, у кого какие вопросы, проблемы, все решать, обсудить и фактически идти с понятным путем каким-то в следующую неделю и в выходные, чтобы просто расслабиться и ни о чем не переживать.
Так что у нас сегодня еще тим-митинг. Сегодня у меня еще массаж. И сегодня у меня, я раз в две недели решила делать сразу параллель маникюр-педикюр. Просто потому что у меня за две недели такие ногти уже отрастают. Это не симпатично на руках смотрится. Ну и раз я уже нахожусь в салоне, я могу одновременно сделать педикюр. Это, мне кажется, не помешает. Да, вот, поэтому сегодня у меня как раз в 6:30 будет маникюр-педикюр в салоне, в котором я всегда делаю все эти услуги. Это салон Nails and Господи, and Cocktails. Погода на улице сегодня замечательная. Мне кажется, что мы сейчас улавливаем последние дни, вот эти теплые летние, уже осенью. И достаточно скоро начнет холодать. Плюс у нас с командой происходит подготовка к очень серьезным мероприятиям. Выборы локации, согласования. И я также хочу напомнить, между прочим, что у нас продолжается регистрация на онлайн-вебинар под названием «Новые правила стиля». Он пройдет 30 сентября 19:00 по Киеву. И это вебинар, в котором могут участвовать и который поможет в целом как людям, которые начинают в стиле, точно так же тем, кто уже в модной индустрии работает, и стилистам, практикующим особенно. Потому что этот вебинар о том, как будет мода меняться в будущем, в ближайшие несколько лет, а также как это повлияет на ваш гардероб. Мы поговорим о том, какие есть 10 устаревших стилистических приемов и чем их можно заменить. Мы поговорим о современном и долгосрочном базовом гардеробе лично для вас. Мы поговорим о 15 вещах, вложениях в ваш гардероб, которые не выйдут из моды в ближайшие 10-20 лет, где их можно приобрести, что это за вещи, как они выглядят, как они видоизменяются. Также мы поговорим о том, как прогнозировать тренды, чтобы не покупать то, что выйдет из моды уже через один сезон. И для всех участников вебинара я напоминаю, что моя любимая часть – это будет бесплатный бонус, интерактивный шопинг-кит со всеми ссылками на вещи, упомянутые в лекции. Для участия в нашем онлайн-вебинаре «Новое правило стиля» и для регистрации торопитесь, потому что места осталось супер мало на момент выхода этого влога. Если честно, потенциально, может быть, уже места будут разобраны, но если что, регистрируйтесь по ссылке под этим видео.